что ближе к 12 ночи каждой девушке, которая одела высокие каблуки, нужен по жизни мужик по бодыли, который доведет ее до дома. Сегодня ситуация немного иная. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы рядом с нами. Да. Еще хотелось бы сказать огромное спасибо нашему шикарному ведущему. Давайте поприветствуем его аплодисментами громкими! Потому что именно он сегодня организовал нам такой чудесный праздник. Настроение. Все было на высоте, все было супер. Несмотря на все наши задержки, все вообще огонь. Так что спасибо вам большое за это, за наш праздник. Друзья мои, ну и мне бы хотелось, чтобы в ваших отношениях всегда был настоящий огонь, как высказалась наша невеста. Так сказать, пускай между вами тает лед. Да-да-да. Овации нашей молодой семье. Да, дорогие друзья, на столь приятной ноте продолжается приятная, душевная музыка от этого бородатого, но зараза такого харизматичного диджея. Ну а мы, кто-то пьет, кто-то закусывает, а кто-то уже вызвал такси, но нет, рано еще.